Отпуска для сотрудников городской администрации города-курорта Анапа будут приостановлены на время курортного сезона. Об этом сообщил глава города Сергей Сергеев, отметив, что с учетом всех факторов, включая международную обстановку, нужно готовиться к росту числа отдыхающих, что накладывает дополнительную ответственность и на принимающую сторону. Все недостатки должны устраняться сразу после их обнаружения. Я торжественно обещаю, буду обращаться в суд с применением обеспечительных мер к немедленному закрытию учреждения до 90 суток, либо до исправления сложившейся ситуации. Это не запугивание, это реалии сегодняшнего времени. Сергей Сергеев отметил, что в прошлом году полиция успешно использовала систему «Безопасный город» для раскрытия преступлений около 200 раз. Только с начала текущего года они столько же раз обращались к архиву видеозаписи. Глава города поручил руководителю управления по санаторно-курортному комплексу и туризму Дмитрию Ерохину вести работу со здравницами, чтобы те активнее устанавливали у себя видеокамеры, причем чтобы в итоге не было технических вопросов для их интеграции в общегородскую систему. А в этом году сейчас мы ревизию ведем, но я думаю, мы постараемся довести где-то до 70 объектов. В городской полиции намерены уделять особое внимание детскому отдыху, контролировать, чтобы детей не перевозили в ночное время, что запрещено законом. При каждой детской здравнице будет находиться сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних. Кроме того, полицейские будут требовать, чтобы в охране работали только профессионалы, а не формальные сторожа. Периметр полностью должен быть огражден, и посты охраны оборудованы тревожной сигнализацией. Значит, частные охранники должны быть в любом случае лицензированы и заключен договор на все посты, входы в детский санаторий. Всего на лето в Анапу прикомандируют более 400 сотрудников полиции из других муниципалитетов Кубани и других регионов страны. В этом году прибавится 37 маршрутов патрулирования, появится 7 дополнительных стационарных постов. Глава города подчеркнул, что все прикомандированные сотрудники должны быть размещены в городских здравницах, а если возникнут проблемы, то он готов оказать содействие. Давайте учредителя, я готов подписать, дайте мне информацию, уже не директору напишем, а учредителю. Я думаю, там реакция будет доверия на выполнение. В свою очередь глава Анапы отметил, что полиции необходимо обратить внимание на выявление неорганизованных групп отдыхающих. Речь идет не о семьях, а именно о группах. По словам Сергея Сергеева, ключ к обеспечению безопасности в межведомственном взаимодействии, а также в четком соблюдении всех законов и предписаний.